Добрый день. Хочу еще раз поздравить всех с праздником, с Днем Российской Федерации, в первую очередь. Перед тем, как я объявлю новое лицо, собственно говоря, с которым мы вместе запустим еще один интересный коллаб, мне хочется пару слов сказать вообще о самой этой организации. То есть мы объединились вместе с Pepsi, вместе с Lay's, вместе с Пятеркой для того, чтобы вместе с Пятерочкой, чтобы сделать общий продукт. Итог. Безусловно, рекордные продажи, то есть никто из наших партнеров в принципе не ожидал, то есть все поставили немножко завышенные планки для продаж, вот, и даже мы внутри сами сомневались, вообще это возможно продать столько или нет, это для нас тоже был достаточно большой челлендж. Но закончился тем, что картонки, вот эти вот картонки на Авито продаются по 50 тысяч рублей, вы сегодня можете зайти посмотреть. Смели не только весь тираж чипсов Lay's и Pepsi Dark Vanilla, но и вот эти вот картонки, они реально продаются за большие деньги на Авито. Кто-то растащил домой, поставил, кто-то в подъездах, кто-то еще куда-то. В общем, большая крутая история. Я очень надеюсь, что мы будем и в дальнейшем ее продолжать, потому что получился достойный продукт. Больше отнимать время не буду. Я с большим удовольствием хочу констатировать тот факт, что в голосовании на сайте участвовало практически 40 тысяч человек. И по итогам этого голосования новым лицом, которое вместе со мной представит следующий наш совместный продукт. Вот. О нем пока говорить не буду, думаю, будет что-то интересное. Но с удовольствием объявлю, кто это будет. Выиграл Терновой по итогам голосования. Спасибо, Тимати. Наконец-то мы знаем лицо и имя того самого человека, который станет новым героем компании вместе с Пятерочкой из Blackstar и PepsiCo. Это Терновой. Еще раз аплодисменты.